Дорогие друзья, очень рада вас видеть, очень волнительное у нас сегодня открытие. На самом деле, хотелось бы сказать, что самое главное счастье Музея современного искусства – это, конечно же, его зрители. Музея не существует без вас, а когда зрители еще и вот такие юные, прекрасные, и когда они приходят вместе со своими родителями, то атмосфера в музее совершенно невероятная. Я думаю, что таких потрясающих с точки зрения атмосферы открытий у нас еще не было. Хотелось бы, конечно, сказать еще раз огромное спасибо команде студии ТЭС номер 5, которая в своем сумасшедшем графике, для того, чтобы мы в Перми не отказали великому Полунину, и они уехали к нему, вы понимаете, что, как бы, какой выбор они совершали. Они приехали к нам, у них действительно очень плотный график, и это огромный, бесценный дар нашему музею, я бесконечно им за это благодарна. Я хотела бы поблагодарить команду музея, которая в течение целого года готовила этот проект в разных степенях интенсивности. И вот последняя неделя была абсолютно сумасшедшей. Все эти 26 объектов были созданы за неделю работы. И над этим проектом работали команды всех отделов музея. Спасибо им большое. Что хотелось бы сказать. Эта выставка абсолютно не случайна для нашего музея. Она является частью стратегии, которая очень хорошо сформулирована в некоторых книжках нашего образовательного отдела, и называется она «Мама, прости, я стану художником». Это провокационная стратегия, цель ее — превратить вас всех в художников и в людей, которые создают искусство. Потому что мы хотели бы, чтобы музей стал не нашим домом, стал вашим домом, чтобы вы почувствовали себя его своим пространством, чтобы вы приходили в него не потому, что здесь есть какие-то важные для, с точки зрения истории искусства, произведения, а чтобы вы приходили сюда отдыхать, спать, лежать на бинбеках, назначать свидания, приглашать сюда друзей, ходить в кафе, и вообще, чтобы музей стал общественным пространством, то есть вашим домом. Поэтому я считаю этот проект частью вот долгосрочной такой истории. Мы потихоньку расшатываем вот эту традиционную концепцию музея. Я надеюсь, вы это почувствуете и почувствовали уже. Я хочу сказать, дети, огромное вам спасибо, потому что на самом деле, я не знаю, была ли у вас мечта участвовать в этом проекте, я думаю, что у многих не было такой мечты. Это просто мы вас затащили вот в эту невероятную авантюру. Но вы должны понимать, чтобы попасть в Музей современного искусства, да еще и такой знаменитый, как Пермский музей современного искусства, это невероятная честь. Художники, взрослые художники, которые годами создают свои работы, не могут сюда попасть. А вы получили свою первую в жизни выставку, невероятное признание зрителей, средств массовой информации, про вас напишут в газетах, и вы должны почувствовать себя художниками. И я очень надеюсь, что многие из вас, для многих из вас, биография ваша немножко поменяется. Вдруг кто-то из вас серьезно решит, что он суперхудожник. А то, что вы такие талантливые и гениальные, конечно, надо поблагодарить. Нам помогли это увидеть, конечно, наши замечательные московские художники, наша великая команда, которая наконец-то к нам сюда приехала. На этом я объявляю нашу выставку открытой. Ура!